Всем привет. Вот я в Сумгаите. Приехал в Сумгаит. Как вам обещал. Как вы там говорили мне. Просили меня снять 9 микрорайон. Это сзади мне 45-й квартал. 45-й квартал. Он 45-й квартал вот это называется. А вот этот сзади меня 9-й микрорайон. Здесь с елки с огонем. После того, как прихожу, это к 9-му микрорайону иду. Как вы мне говорили. Все, я пришел дорогу. Все, я дорогу пришел, уже между 4-м и 9-м. Все. Начинаю вам показывать. Как вы просили, что хотели. Это сделаем. Все. Вот так. Что хотите? Вот вы просили, как мне просили, писали мне снять 9-й микрорайон. И вот это кимячиляр медонятеви. Сейчас я начинаю снимать, вам показывать. Смотрите. Вот такой парк. Вот что-то здесь камера. Вот там 9-й микрорайон. Вот это. Тут дальше 9-й микрорайон. Парк, там возле 9-й микрорайона. И здесь такой большой парк. Вот это кимячляв медонятеви. Вот там 45-й, вот там 4-й микрорайон. Между ним. Вы тоже мне писали показать этот парк. Вот это 9-й. И вот это здание. Кимячляв. Сарай. Вот. Вот смотрите, я показываю этот парк. Здесь вот так сейчас. Вот это здание его. Как вы говорили. Вот такой везде парк. И здесь такой вот большой бассейн. Фонтан. Но бассейн такой. Здесь есть ресторан такой. Вот это здание. Вот написано Кимьячи, да? Медляется Химки. Как то, что вам написали. Ой, ветер, все, он поднялся. Сильный ветер. Он там голуби кормит. Но сегодня ветер теплый, но жарко очень. Жара сильно. Я уже без рукав хожу. Футболки уже без рукав. Вот смотрите, вот это здание. Вон туда сейчас пойдет 9-й микрорайон. Вот это 9-й. Вот оно, это здание. Как говорили. Голуби, смотри, сколько здесь. О, сколько голубей здесь. Вот он дальше. Сумгаит надпись. О, какие красавицы. Белые здесь. Сколько их? Один возле меня. Рядом. Вот здесь такой здесь надпись. Вот там. Все. Сейчас иду 9-й микрорайон. Вон там сколько голубей, смотрите, на здании. Вот на этой железке, решетке. Вот иду туда, 9-й к микрорайону. Смотрите, можете узнать это здание, вот 9-этажку. Вот, 109-й микрорайон иду. Вам снимать, показывать, как вы просили. Здание. Вот через дорогу уже начинается. Ой, ветер сегодня такой сильный.
Может, там ветра не будет между домами. Коня волосиком ветер задал. Вот такие без рукава, ну-ка же рукава ходим. У нас такая жара. Пришли уже такие без рукавные. Это моя куртка здесь, на всякий случай. И вот так. Пожу я. Сколько джинсов. Сейчас идут девятые пальцы. Волосы как. Ветер поднимается. Жара. Уже у нас. Сейчас иду к девятому. Сейчас дорогу перейду. Дорогу перехожу, показываю парк. И девятыми камерами зайду во дворы. Там не поселимся. Какой-то дом снять. Первый день. Первый номер какой-то. Не помню. Сейчас я посмотрю. Где там скриншоты есть. А я оставляю. Скриншоты, как только кто там просит мне снять какой-нибудь район или дом, я смотрю и иду нахожу и вам показываю. Вот, все, я в девятом микрорайоне. Вот это девятый микрорайон. Вот это парк. Вот такой здесь парк. Вот там я снимал, это пятый микрорайон, туда дальше шестой микрорайон, это пятый, это девятый, вот такой парк здесь, в девятом микрорайоне. Вот такой парк. Сейчас вот все буду показывать вам. Здесь вот так через день. Он такой большой парк. Вот смотрите, какая здесь зелень, парк, это девятый микрорайон. Так, здесь детские такие карусели, качели, машинки. Там, там фонтаны. Вот там девятиэтажки. Девятый микрорайон, уже дворы. Вот это парк между девятым и вот шестой микрорайон. Вот там дальше. Вот такой здесь фонтан. Вот здесь фонтан. Вот такой красивый парк сделали после реставрации. Вот это смотрите, это девятый микрорайон, это девятиэтажки.
Вот здесь такая зелень. Машинки здесь, ну, всякие. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь какое-то здание. Парк. Здесь вот так. Вот это два, и там девятиэтажки. Красивые столбы. Сейчас туда будет заходить. До конца парка зайду, до конца парка. И уже заходить будет два, показывать вам. Девятым районом. Может вспомнить, это ваш дом был. Смотрите. Нужно узнаете. Здесь вот так. Парк. Смотрите. Все зелень. Вот такая девятая. Ой, это девятый микрорайон, девятиэтажка. Может вспомнить, это может ваш дом был. Чей-то там жили. Вспоминайте. Парк в девятом районе. Здесь такое белое здание. Здесь одна береза, наверное, это береза. На березу похож. И вот здесь вот такой здание. Такие пальмы. Парк большой очень. Это девятый микрорайон. Это фонтаны такие длинные. И такие фонарные столбы. Вот такое здание здесь. Центр. Вот такое здание.
здесь день. Я выхожу из парка, иду в 9 микрорайон, внутри два дворы, там двор снимать, как мне просили, показать дом, кто там жил раньше. Сейчас иду этот дом найти, искать его, найду его, покажу. Вот так, я пришел. Иду внутри двора, захожу. Вот, смотрите, это 9 микрорайон. Как вы простили, снимаю для вас. Смотрите, это 9 микрорайоне. Во дворы зашел. Искать, где мы жили. Видно такое. Вот такие же дворы. Вот, смотрите. Может, тут жилые этажки. Здесь гаражи. Между гаражами пойду. Там нечего садиться. Эти гаражи. Вот это 9-этажка. Может, кто-то здесь жил, вспоминайте. Может, вспомните, кто-то здесь еще, да. Еще кто-то здесь жил в 9 микрорайоне. Это 9 микрорайон здесь. Здесь. Вот. По два хожу. Смотрю, какой у вас дом был здесь. Дом 54 сейчас еще. Вот это большой дом 71. Это 71. Вот здесь, вот. Вот выход есть. Так. Для вас победа, как поднимается. Вчера ветер не было, сегодня ветер поднялся. Уже сколько дней. Такие два здесь, 9 микрорайон. Еще одна здесь такая. Тоже на 9-этажка. Здесь все разброс, еще один вот здесь новостройка, здесь новые дома уже стоят. Ребята, не пойму. То ветер поднимается, то утихает. Вот этот дом 71, 9 микрорайоне. Тоже прийти туда. А здесь вход есть. Сейчас тоже пройду. Не знаю, куда я иду. Все. Вот.
Круто. Это дом 65-й, 9-этажка вот эта. Вот такая 9-этажка тоже. Еще одна. Дом 50-й. Где-то здесь ваш дом. Я уже близко к вашему дому. 53-й дом. Где-то здесь ваш дом. Где-то здесь. 53-й дом нашел. Этот дом какой? Это дом 65, 71, 53, 53, уже близко к вашему дому, уже иду, нашел здесь, вот сейчас нашел ваш дом, здесь уже близко к вашему дому. Где-то ваш дом здесь был. Сейчас найду ваш дом. Да, нашел ваш дом. Смотрите, дом 54. Вот ваш дом. Это ваш дом, где вы жили. Сейчас во двор захожу. Ваше дома. 54-й дом, 9-й микрорайоне. Нашел. Вот, сейчас смотрите. Вот здесь двор. Вот я зашел. Два. Вот так здесь. Вот, дом 54. Вот это ваш дом. 9-й микрорайон, 54-й дом. Нашел. Вот, наверное, вот здесь вы вспомните ваш двор. Здесь, наверное, были, гуляли. Вот здесь вот так. Вот этот дом 54. Вот так. Не знаю, какой подъезд. Может, вспомните. Вот так я снял первый, второй подъезд. Потом третий, четвертый, последний. Вот так. Вот здесь. Как вы просили, обещание вам выполнил. Нашел ваш дом 54. Вот смотрите, может, вспомните ваш блок. Какой же блок я снял. Здесь такие гаражи. И вот такой дом. Между 54-м. Это уже 55-й дом. Вот такой 55-й дом здесь. Вот здесь так хорошо. Вот здесь так. Вот это ваш. Может, здесь балкон вспомните ваш? Где вы жили? Ваш балкон был. Все. Ваше обещание выполнил. Нашел ваш дом, дом 54. Показал вам и ваш двор. Вот это все 9-й микрорайон. Смотрите, может здесь кто-то еще вспомнит свой дом. Вот так здесь. Вот. Еще раз показываю. Ваш дом 54. Может, балкон вспомните ваш дом. Вот так. Такая здесь машина. Это 9-й микрорайон. Голуби тоже здесь есть. О, гули. Вот, смотрите. Может, еще кто-то здесь жил в 9-м микрорайоне.
можна навіть свій двор і будинок тут. І такі високі дев'ятиэтажки. Держал девятый войне. Вот. Ветер. Вот такой здесь девятый тяжко. Вот здесь дом 50-й, 9-й камень. Вот это 9-й все. Пока 9-е направление. Следующий, после 9-го иду на юг со 2-го класса. Тоже мне просили снять 25-я школа. 25-я школа, иду со 2-го класса. Сейчас туда наверх поднимаюсь. Это 9, я пока 9-е направление. Все ваши обещания, как вы просите, все выполняю, показываю. Здесь гипермаркет база 100, вот через дорогу, это маркет. Вот здесь уже парк, в 9-м районе. Вот здесь так. Вот здесь вот так, кто-то вспомнит. Там идешь, там во двор заходишь. Здесь вот так. Это 9-й микрорайон.